Вот там выглядит резина архитектора проекта, гараж, потом склад, потом в 45-м году. А жители очень многие люди, которые из других районов, ну, родители, там папа, мама, чтобы как-то эту ситуацию разобраться, кто-то там семьи пытается натравить, еще что-то. Мы решили, что надо с ним разговаривать, потому что мы понимали, что мы объективно в этой ситуации не упредили. В том состоянии, естественно, все улучшили. Здесь сухая канава была превращена в большую детскую площадку. И вот в таком виде был ДК. Вы видите, что мы находимся в очень нетиповом пространстве. Была у нас сбоку от нас росла ива. Иве было 80 с лишним лет, и подрядчик хочу обратить внимание, что не только дизайн меняется, но меняется еще и суть. Потому что в одном случае мы заходим и встречаем вахтера, который нам запрещает куда-то идти, а в другом случае мы заходим и встречаем очень приятных вот таких вот девушек в форме, которые подсказывают, куда наоборот нам можно пойти. Здесь мы хотим фонтан, здесь туалет, здесь площадка для выгула собак. И это становится заданием для архитектора. Мы должны иметь допустим парк и библиотеки в Нижней Канаде. Или музыкальные училища. Взаимодействие с социальным объектом очень важно. Мы закрепляем, что мы там живем. Директорами в концепцию строят. В данном деле мы считаем самый большой проект для вашей компании будет конструкция. 2 гектара, одно жилищное строительство, 260 тысяч квадратных метров для комплекса постройка для 8500 жителей. Школу на 1500 мест мы уже запроектировали. То есть он сегодня уже федеральный комплекс. Сегодня уже работает наши Владимир Региона, на чемпионате России завоевывают. Наш глава, да, Евгений Анатольевич.